Добрейшего, примените свои тактические навыки или просто пройдитесь напролом по своему врагу. С вами, как всегда, проект Диссонанс, и сегодня мы вам представим игру, где вы сможете показать всему миру свои тактические навыки и доказать всем, что вы великий стратег современности. А перед тем, как мы начнем, пройдем обучение, как во всех играх. Первая миссия. Подписываемся на канал, чтобы не пропустить новые обзоры. Миссия номер два. Присаживаемся поудобнее, чтобы расслабиться. Ну все, вроде окей. Миссия complete. Приятного вам просмотра. Речь сегодня пойдет о игре Mad Rocket The Fog of War. Главной фишкой такого проекта это будет туман. Не просто какой-то туман, который мы можем наблюдать из окна, а туман войны, который будет одновременно как и предателем, так и защитником для вас. Ведь с ним что вам, что врагу будет сложно понять, что у вас да как. Теперь перейдем к основной части стратегически важных объектов. Полностью настраиваемые базы позволят неограниченное стратегическое решение для защиты вашей базы. Широкий набор оружия в вашем распоряжении, множество ракетных установок и башен. Mad Rocket The Fog of War. На первый взгляд кажется качественной, но знакомой игрой. Разберемся, какие у нее плюсы и какие минусы, точнее, чем все эти игры похожи друг на друга. Итак, вам предстоит захватывать вражеские базы, не видя, что они из себя представляют. Если точнее, то их составляющие будут раскрываться постепенно, по мере вашего продвижения. В оборонительных целях вам также предстоит построить такого же рода базу, которая сможет противостоять захватам, нападениям с высоты и так далее. Со временем вам будут открываться новые способности и оружие, тактические бои с настоящими соперниками и неограниченные возможности для реализации ваших боевых замыслов. В принципе, что-то здесь есть. Релиз Mad Rocket должен состояться 30 октября, а пока вы можете пройти предварительную регистрацию. Как всегда, по законам жанра мы оставляем вам ссылочку в описании, чтобы вам было легче в поисках. А также не забываем про бонусы, которые вы сможете приобрести. Это 600 бриллиантов, 200 единиц горючего и вишенкой на торте будет 3 редких сундука. В общем, подведем небольшой итог данной игры. Mad Rocket Fog of War – научно-фантастическая стратегия в реальном времени для мобильных платформ. Вам предстоит построить свою базу и создать различные укрепления, чтобы противники в виде других игроков не смогли ее уничтожить. Также вы сможете тоже напасть на других игроков и использовать различные тактические уловки. Ну и конечно же туман войны, ведь это самая главная фишечка данного проекта. А с вами как всегда был проект Диссонанс, и мы пойдем в туман новостей, чтобы как всегда радовать вас свежими играми. Не скучайте и до новых встреч, пока-пока!